Всем доброго времени суток! Сегодня поговорим о новом наборе в моей коллекции. Это набор от Neocraft, башмачник. Размер набора 26 на 26 сантиметров. Сегодня я хотела бы сделать краткий обзор этого набора. Вот такой вот симпатяга. Дизайн Антоновой Валерии по мотивам рисунка Жана Батиста Монже. Это французский художник. Ну, как вы видите, в состав входит мулине финка, канон Цвейгард, декоративная подвеска, игла, схема и инструкция. Сейчас, на данный момент, купить сейчас наборы Neocraft в Украине представляется уже большой сложностью, поэтому я безумно счастлива, что он у меня появился в моей коллекции. В ближайшее время собираюсь его отшивать и покажу вам готовую работу. И непременно мы ее сравним с вот этой вот иллюстрацией, которая предлагается компании Neocraft. Давайте же откроем его сейчас. Вот вы видите, набор запечатан. Достанем ниточки. Для меня это первый раз знакомство с этим набором. Я никогда еще не вышивала мулине финка. Вот. И я знакома с нитками Анкор и знакома с нитками DMC. И могу сказать, что вот это мулине выглядит достаточно ярко вживую, но на ощупь оно гораздо тоньше, чем мулине DMC. Но мы попробуем. Вот такой вот набор ниток, такой коричнево-черной гамме. И есть здесь еще металлизированная ниточка, немножко жестковатая на мой ощупь. Но попробуем тоже ее в деле, так сказать. Вот предлагаются следующие наборы, которые существуют в коллекции Neocraft. Вот. Но мне непосредственно нравится эта разработка. Далее. Здесь у нас представлена равномерочка. Равномерка такого молочного цвета, бело-молочного, я бы сказала, айвори обычно говорят на такой цвет, не чисто белого. И как вы видите, здесь прилагается иголочка, что и заявлено производителем. И, на мой взгляд, отрез очень маленький. Более того, на мой взгляд, он сделан абсолютно неровно. Это можно проверить, когда вы складываете, как мы попробуем сделать вот так вот, увидите вы, надеюсь, увидите. Когда складываешь канву вдвое, абсолютно явно видно, что срез сделан как-то по диагонали, и края гуляют абсолютно не параллельны друг другу. Поэтому я так думаю, что эту равномерочку я буду заменять и буду покупать обрез отдельно под эту работу. К сожалению, потому как качество равномерочки мне нравится. Абсолютно ниточка ровная. Но, наверное, оставлю ее для другой работы. Надеюсь, это фокусируется и вам видно, что качество равномерки хорошее, но ее очень мало. И боюсь, что ее мне не хватит. Вот этот элемент, который идет в комплекте шармик. Очень симпатичный, он пришивается, сейчас мы посмотрим, он пришивается вот сюда, на сиденье башмачника, фокусируется, вот, ну, надеюсь, вам видно. Далее схема, также со схемой Neocraft я... инструкция, общая подробная инструкция к наборам для вышивания. Тут нас ничем уже не удивишь. Вот. Скажу так. Схема мелковата, но она довольно-таки читабельна. И я думаю, не будет сложной. Можно будет ее и увеличить тоже, но я думаю, у меня не будет такой необходимости. Она состоит схема из двух листков. Вот нижняя часть. Так, бегом пройдемся. И вот здесь видно, что есть у нас
полукрест, бэкстич и полный крест. Размер готовой работы вот 142 на 146 стежков, 26 на 26 сантиметров. То есть, если я планирую эту работу оформить еще и в паспорту, боюсь, что мне этого отреза ну никак не хватит. Поэтому я его буду заменять. Вот. Вот еще раз покажу башмачника. Абсолютно симпатичный герой. Следующее видео я вам сниму уже непосредственно о процессе работы. Сниму видео башмачника без бэкстича и башмачника уже готового с бэкстичем и пришитым шармиком. Также мы сможем увидеть металлизированную нитку. Я думаю, она будет вот здесь на шляпке у башмачника. И, наверное, вот на вот этой вот. Нет, только на шляпке. Вот. Я очень курьезна и хочу быстрее уже приступить к этой работе. Поэтому спасибо за внимание, до новых встреч и увидимся уже в процессе этой работы. Всего доброго, до свидания.